это такого мученика-то? Будем вот здесь будет. А здесь Вы понимаете, здесь уже речь идет о неуважении не только к нашей стране, не только к истории нашей страны, но и к мировой истории, о вандализме в широком смысле этого слова, просто о фашистских каких-то таких действиях, и это ужасно на самом деле. Мы просим, требуем правительства Эстонии, президента, парламента этой страны принести официальные извинения перед всем ветеранам Великой Отечественной войны, всем гражданам России и самой России. Также мы требуем освободить всех задержанных в ходе мирной манифестации.